Здравствуйте. Привет. Откуда будете? С Николаева, откуда? Китеж, Россия. Что-что? Мятеж? Китеж, китеж. А, я думал мятеж. Думал Вам опять у вас мятеж, послышалось. ну ладно. Ну, в смысле, как, а Помните, как, извините. когда у нас был мятеж, чтобы опять, по-моему, по всяким разным государственным Опять переворотом это ошибка. Украина это прям рекордсмен, наверное, в Я мире. хотя ошибка, я вспомнил, что у вас тоталитарное государство к демократии не имеет никакого отношения. Ну, Я просто перепутал. в Ну чем там ладно. наша, ну-ка, в чем там наша тоталитарность? Можете свою позицию как-то Что-что? аргументировать? Аргументировать позицию свою можете? Да, есть демократические государства, есть тоталитарные, Ну, это есть не аргумент. монархические. В чем тоталитаризм Смотрите, России? Можете с чем мне, аргументы какие-то там зачем мне по факту? вашему мнению? Ну, по Послушайте, факту зачем можешь мне разложить? вашему По слушаемому факту аппарату можешь разложить? рассказывать что-то? Ну, знаешь, Вы человек образованный. у нас вообще-то, Вы человек, который перед у зубами. Если вы необразованных человек, который не имеет людей к зубы, столбам не значит, если приматывают. человек вы невоспитанный, я не собираюсь вам что-то объяснять. А потому что ты не в Для этого дома, состоянии. школа. У тебя есть Учебное методичка. заведение, У где тебя есть обучают методичка на три бизнес-тренеров. пунктика. Я очень в этом На сомневаюсь. большее ты не способен в принципе. Никаких аргументов. Чисто вот эти лозунги. Вот просто Россия тоталитарное государство. Почему Россия тоталитарное государство? Аргументы мне предъяви. Ну, тебе звук включил. Да я тебя и так неплохо слышал. У меня встречный вопрос. Почему в Ты 21 веке вы... нет, подожди. Давай насчет тоталитаризма разбираться. Да Давай и за мы с факты. него и начнем. Ну давай, Мы с давай. него и начнем. Давай Итак, объясняй мне, да. почему Первый... Послушай. аргументы к твоему тезису о том, что Россия тоталитарное государство. Опять ты перебиваешь. Хотя бы Опять один. ты перебиваешь. Все, я молчу. Аргумент. Первый аргумент. Первый и последний, как бы. Почему, да, даже не, это не аргумент, это вопрос. Почему у тебя усы, как у Сталина? Вот это аргумент, блин, тоталитарности, да, вот я Это вопрос, я тебе еще раз понимаю. задал вопрос. Почему у тебя усы, как и у Сталина? У Сталина усы были круче, а я только начал их отращивать. Тогда с тобой все понятно. Больше вопросов нет. Кто теперь каждый, кто носит усы, все это, значит, идейный поклонник там великого Сталина, да? Нет, это значит, что у тебя круглое лицо, и тебе не очень идут и усы. Но Не знаю. это нужно обращаться не ко мне, а к... Не Так знаю. насчет, ну, про тоталитаризм-то мы поговорим Бампер сегодня или нет? обратить. Что? Насчет тоталитаризма ты мне расскажешь или нет? Чем вот ты мне пару лозунгов выкрикнул? Теперь давай. Аргумент. Да я Россия не выкрикивал тоталитарна, никакие лозунги. потому что... Ты мне что-то сказал, я на это что-то ответил. Вот и все. Зачем А, то мне есть тебе, аргументов не будет, да? неучи, Будут объяснять лозунги, какие-то да? вещи? И Вот скажи пойми, мне. есть вещи, которые... Ну, все, давай. Ой, все. Ой, все. Ой, все. Да, ребят, ну это, конечно, нечто.